За 11 месяцев прошлого года Забайкальский край покинули 22 313 человек. Прибыли 18 202 человека. Миграционная убыль составила 4 111 человек. Об этом сообщается в отчете на сайте Росстата. По миграционной убыли среди регионов Дальневосточного федерального округа Забайкалье занимает первое место. На втором месте Сахалинская область. Там в этот период население сократилось на 1088 человек. На третьем месте Республика Бурятия, откуда уехала на 1050 человек больше, чем приехала. Согласно отчету, Забайкалье занимает четвертое место среди всех регионов России по миграционной убыли. Опередила регион Иркутская область. С января по ноябрь 2023 года разница между уехавшими и приехавшими составила 4666 человек.